за несколько часов до смерти мы сидели, чай пили, разговаривали. Это очень умный и доброжелательный человек. Вы знаете, вот именно такой человек был, настоящий священнослужитель, монах. Он прослужил в Крыме 14 лет. Он вот открывал эту церковь, и с его благословения вот мы памятник строим, это к столетию геноцида армянского народа. В этом году такая дата, 100 лет, в апреле месяце. Ну, что сказать, светлый человек, человек, с которым можно было на любую тему говорить, очень образованный. Он служил и во Франции, и в Аргентине, и в Иерусалиме. Владыка Григорис руководил епархией армянской апостольской церкви в Украине. Он... Знаю его 76-го года. И учителем, и духовным отцом, и руководителем очень давно знаю. Как прекрасного человека, как прекрасного священника, прекрасного руководителя церкви.